Три пешехода пострадали в областном центре в результате ДТП. Накануне на улице Республики «Газель» пробила ограждение и вылетела на тротуар, по которому шли люди. Так водитель пытался избежать столкновения. Он не заметил, что перед ним притормаживают машины. Вылетел на тротуар. Кто-то был на тротуаре? Конечно. Кто был? Пешеходы. Мужчина, женщина? Много их было. Задели? Да, мужчину задел. Мужчина был госпитализирован с тяжелыми травмами, две девушки отделались ушибами, а уже сегодня утром на перекрестке улиц Дамбовской и Гилевской пьяный водитель Hyundai тоже не успел затормозить и врезался в стоящий Kia. Мужчина утверждал, что он трезв. В присутствии двух понятых водитель был отстранен от управления. Ему было предложено пройти освидетельствование на состояние опьянения на месте. Водитель согласился. Прибор показал 0,96 мг на литр выдыхаемого воздуха. В результате ДТП ушиб головы получила 27-летняя беременная пассажирка Kia.